Гайдамак. Дует ветерок. Авангард. Ой, хорошо. Вон там раньше было кафе-мороженое «Дюймовочка». Чуть выше находится школа. Впереди находится цирк, вон там. Красота, красота! Мох. Виднеется Крестовая Сопка. Зимой вот на этих деревьях можно увидеть белоплечих, белохвостых орланов. Там сквер Невельского. Их можно увидеть там. И вот на вот этом квадратике, там они сидят, тоже орланы зимой прилетают к нам. Вот это розовое здание, это штаб пограничных войск, и около него клумбы с красивыми тюльпанами, ну или с какими-то цветочками. Там чуть ниже находятся теннисные корты. Музей Тихоокеанского флота. На территории музея что-то происходит. Что здесь? Присяга, что ли? Да? Юноармейцы? Понятно. Дорогие ребята, сегодня в вашей жизни очень важный день. Вы приняли клятву ЮМ. Это первая серьезная клятва в вашей жизни. Клятву приняли не только перед трудом своих товарищей, не только перед лицом офицеров, ветеранов Тихоокеанского флота. Стоянка пустая. Набережная Цесаревича. Здесь на роликах катаются, а там бабульки какую-то гимнастику делают. бойся. Задувает здесь. Здесь экскурсия, что ли, какая-то. Красота, красота.